один из первых по красоте и третий по величине из Адриатических островов Хорватии остров Брач – идеальное место для летнего туризма. А уютные бухты словно созданы для ветсерфинга. Нежная бирюза Адриатического моря, переходящая на глубине в синеву, и белоснежные пляжи, окаймленные густыми сосновыми лесами – все это курорт Бол, визитная карточка отдыха в Хорватии. На набережной – скульптуры из знаменитого брачского камня. Этим белоснежным известняком облицованы и дворец Диоклетиана в Сплите, и Белый дом в Вашингтоне. И хорваты этим очень гордятся. На острове Брач находится один из красивейших пляжей Европы – Златный Рат, что переводится как «золотой мыс». Он уходит в море почти на 300 метров, но примечателен не только этим. В зависимости от направления ветра и водного течения, этот мыс из золотой гальки меняет свою конфигурацию, перемещаясь то в одну, то в другую сторону. И температура воды с разных сторон этого удивительного пляжа также значительно отличается. Климат на острове мягче, чем на материке. Особую роль играют и возвышающиеся горы. Брач – самый высокий из островов Хорватии, а курорт Бол лежит у подножия Видовой горы, которая возвышается над уровнем моря почти на 800 метров. Здесь, с вершины, открывается великолепный вид на окрестности и острова, которых в Адриатическом море так много, и каждый из них заслуживает своей доли внимания и любви.